здравствуйте! В игре от компании eSport FIFA 2007 вас приветствуют российские комментаторы Василий Уткин и Василий Соловьев. Кубковые состязания, скажу вещь банальную, все-таки очень не похожи на обычные игры чемпионата. В них команды не могут себе позволить играть не в полную силу. Все решает только победа и только сегодня. Ну а проигравшему, как говорится, уготовано забвение, поэтому сегодня нам предстоит посмотреть настоящую битву. И снова Дель Пьеро. Непонятно, на что он надеялся, выполняет такой подкат. Прекрасный дриблинг. Недвид получает мяч. Мяч верхом посылается в штрафную площадку. Хесус Навас. Канут. Потеря. Недвид. Ох, какая глубина. Точно играет футболист головой. Такой рискованный удар. Мареска. Эскидея. Поульсен. Оборона контролирует мяч. Мяч может оказаться в воротах. Чувство юмора и атмосферу. Какая же атмосфера царит на стадионе сегодня, особенно после этого гола. Голова кругом идет. Защитники слон приглашают. Атакуйте нас, ребят. Гол! Гол! Когда ни одна из команд не сдается. Равный счет очень по-разному подействует на игроков этих клубов. Равная, красивая игра. Нужно быть очень внимательными. Любая ошибка может оказаться решающей. Мареска. Адриано. Хорошее развитие атаки. Футболист играет головой. Неудача. Мяч в руках вратаря. Молодец. Вратарь чувствует игру, удачно выбирает положение в воротах и, конечно же, показывает высший класс. Как это неприятно, когда ябедничают СУЗИ. Честно, четко выигран мяч. Следуют протесты, заявление, что был фол, но арбитр считает, что все чисто. Атака развивается поступательно, но важно быстро принимать решение. Хесус Навас. Мяч летит в штрафную. Мяч словно не хочет к чужому. Мяч будто сам находит партнера. Бумсуанг. С полуслова понимают друг друга парни. Мяч идет дальше. Камранези. Что будет делать Дель Пьеро? Это Недвед. Отличный пас вперед. Да, не лучшее время для потери мяча. Все спокойно, все под контролем. Пора защитникам поработать. Поульсен. Адриано. Перехвачен мяч, опасно.
Отличная реакция и скорость игры. Голкипер вбрасывает мяч в игру. Медвед. Нарушение и штрафной. А карточка? Карточка будет? Желтая карточка. В этом эпизоде судья занял довольно жесткую позицию. И нечего жаловаться. Очевидно, что это желтая карточка. У парня с мячом есть время. Его вся команда почти поддерживает. С мячом Медвед. Хесус Навас. Канут. Прекрасная игра защиты. Судья не остановил игру. Команда требует, чтобы судья показал соперникам карточку. Игрок получает предупреждение. Конечно, я не всегда согласен с судьей, но это не тот случай. Здорово защитить сегодня играет. Да, этого игрока сегодня не удержать. Какой шанс? Ну же! Блестящая реакция вратаря. Трезеге с мячом. Дель Пьеро. Нужно бить! Камаронези. Это реальный шанс изменить счет. Мареска. Мы приближаемся к перерыву. В данный момент в матче ничья. Его не остановить. Красиво идет. Хесус Навас. Обманул. Это должен быть гол. Хелини. Камаронези. Есть шанс на развитие атаки. Что будет делать Дель Пьеро? Атака в барселонском стиле. Пока мяч у нас нам не забьют. Оборона с честью вышла из трудного положения. Недвед. Хесус Навас. Первый тайм заканчивается со счетом 1-1. Все на поле, все готовы. Проверены сетки ворот. А не начать ли нам футбол? Вот у этого игрока поучиться владеть мячом-то. Это даже не просто. Это очень просто для вратаря. Не перестаю удивляться классной игре голкипера. Он практически всегда там, где нужно. Это Трезеге. Хесус Навас. Нужно бить. Защитники буквально теряются среди игроков нападения. Ну что, он больше ничего придумать, что ли, не может? Только бежать вперед с мячом. Вратарь сильно бьет по мячу. Бумсанг. Камаронези. Не спать в обороне. Защитники берут числом. Ну что, он больше ничего придумать, что ли, не может? Только бежать вперед с мячом. Камаронези. И снова Дель Пьеро. Трезеге с мячом. Да неудивительно, что он промазал. Я не склонен его критиковать. Вы только поглядите, сколько там было защитников, а он попытался ударить. Футболист бьет головой. Хороший удар. Эскюде. Хесус Навас. Вся команда в атаку пошла. Какая игра! Мяч в воздухе. Защитник получает мяч рядом со своей штрафной площадкой.
Адриано. Ну бей же! О, бог мой! Я не верю своим глазам. Это гол! Только один мяч отделяет соперников друг от друга, а уже идет второй тайм. Итог матча может быть любым. И вот он, логический итог. Канот. Мяч в сетке. Я бы умер от расстройства, если бы такой невероятнейший пас остался бы неиспользованным. Играют же люди! Этот пас взорвал оборону соперников. Роскошный пас, роскошный взрыв и гол. Адриано. Удар в расчете на то, что вратарь потерял бдительность. Тяжело в учении, легко в бою. Так говорится. Вратарь этой команды на тренировках не бездельничает. Мяч взят. Фолф, да, это явно нарушение правил. Вот за этот подход будет желтая карточка. Думаю, игрок не должен спорить с арбитром. Карточку он заслужил. Хорошая работа с мячом. Кимини. Дель Пьеро. И точный пас в разрез. Это Недвед. Алекс Дель Пьеро с мячом. Мяч на штрафной. Деление. Он был обязан спасти ворота, и он сделал это. Самоотверженно играет защитник. Игрок выбивает мяч головой. Хорошая длинная передача. Что будет делать Дель Пьеро? Какой стремительный финт. Защитник просто растерялся. Арбитр дал команде завершить атаку, но игроки упустили эту возможность. Кажется, судья собирается достать карточку и показать ее футболисту. Команда снова огорчает своих поклонников. Вторая желтая карточка, и покидает поле футболист основного состава. Ну да, видимо, игра ему стала неинтересна. Почему стараться, если и так ведешь в счете? Лучше пойти в раздевалочку посидеть. Конечно же, угловой — это еще одна возможность атаковать. Посмотрим, сможет ли вратарь теперь удержать свои ворота. Хороший дальний пас. Келлини. Да, у атакующего есть масса вариантов. Толковый удар по воротам. Умеет приложиться к мячу. Но немного мимо сейчас. Луис Фабиано. Поульсен. Мяч был почти в воротах. Роберт Ковач. Хороший темп игры. Хорошо передал мяч. Мареска. Похоже, этому игроку трудно расставаться с мячом. Мареска. Защитник разряжает обстановку. Не удержал мяч. И они получают право на угловой удар. Готовы принять пас навесом. Как красиво подкручен мяч. Здорово прочитал игру этот вратарь. Баженов. Вот готовная защита. Келлини. Мяч у защитника. Это Недвед.
нешуточная борьба за мяч. Защита настроена весьма серьезно. Боженов. Классик назвал такую борьбу. Достаточно на повторе посмотреть, какая это грубая и агрессивная игра. Рефери даже не думает доставать. Невероятно! Встречи остается всего несколько минут, и это самое время для гола. Эта команда делает все, чтобы сократить разрыв в счете, даже без оглядки на время. О да, этот парень может ход матча изменить. Камаронези. Дель Пьеро. Трезеге. Голкипер блестяще играет сегодня. Конечно, и игрок тут не полностью извлек выгоду из положения, но как тут справишься, когда в воротах стоит такой мастер своего дела? Не дал он им сравнять счет. Что будет делать Дель Пьеро? Многообещающий удар. Вот как! Замечательный удар, опасный. Мне нравится. Как бездарно потрачена была эта возможность. Команда одержала победу в один мяч. Матч получился очень интересным. Как же их расстроит результат этого матча? Большую часть времени мяч находился у них, и ни один опасный момент у ворот противника так и не закончился голом. Поражение в итоге. Спасибо, спасибо, спасибо. Василий, огромное спасибо за вашу работу. С вами очень приятно иметь дело. Играйте в футбол.